область ЖТСУ, Коксузский район, село Теректы. Я обращаюсь к какому области и к какому району? Села Теректы. Хотя этот вопрос я поднимала не единожды. По поводу того, что в 93-м году были земли сельхозназначения распределены между работающими людьми в этом хозяйстве. И давали по 1,5 гектара на взрослого работающего и на членов семьи, которые не достигли совершеннолетия, по 1,5 гектара. Но получилось так, что многие семьи не получили. Даже есть такая семья, у которой 4 детей, они написали 1,5 гектара матери только, детей не вписали. Это, я считаю, мошенничество со стороны акимата. Затем еще 7 или 9 гектаров дали одному человеку, и при этом эти гектары просто отдали какому-то родственнику. У него на руках остались только договор уступки, бумажечки. Я бы хотела, чтобы акимат разобрался с тем, как получается, что люди должны были последние 5 лет работать в свеклосовхозе, второе отделение. Но они работали в райпо и еще черт знает где, но каким-то образом дали земли по 7-9 гектаров им и их уже взрослым сыновьям. Как это все произошло? Есть еще такие случаи, когда дали по 20-30 гектаров земли, договор уступок нету. Единолично одному человеку по уставу не давали такой массив, не давали столько гектаров земли. Когда обращаемся к акиму, он говорит, закон обратной силы не имеет. Как это закон обратной силы не имеет? Неужели закон не имеет обратной силы, когда усматривается коррупционная составляющая? Коррупция. По 8 гектаров дали человеку, который ни дня не работал в сельхозформировании. Просто отдали. Эти вопросы поднимаются, и все без толку. А вы знаете, это социальное напряжение. Люди, у которых уже дети выросли, которые остались без работы, которые спились, в конце концов, от безнадежности. Почему они не имели права работать на своих землях? Мы, вот эти вот люди, соберутся, они по одному ко мне приходят. Я их всех соберу, и мы, наверное, пойдем на митинг в защиту прав, интересов этих людей, которые остались ни с чем, а земли были распроданы. Причем тут закон не имеет обратной силы. Я бы хотела, чтобы по противодействию коррупции аким области привлек людей грамотных, умных, и чтобы у нас с этим вопросом было решено. Договор уступок нету, изымайте землю.